ты что, тебе обрезание еще не сделали, да? Пастырген, не сделали, что ли? И ты что, я в твоем возрасте уже девственности лишился? Ё, ты че, бля? Ты че, девушки, нету, да, у тебя еще? Нету, да? Да, я в твоем возрасте уже женился. Ты че, как? И ты че, еще не жениться, что ли? Ты че, я в твоем возрасте уже второй раз развелся, блин? Ты че, блин, ты как? Ты че, я, у тебя диабета нету, что ли? Ты че, я в твоем возрасте уже один инфаркт пережил, блин? Ты че? Это ты что, еще с ума не сошел? Я, блядь, в твоем возрасте уже вообще у меня фляга свистела, блядь. Че, реально, да, у тебя ни разу не волосы? 10 лет прошло, да, как мы школу закончили? Да, да. Вообще, нам почти надо встречаться, пацаны. Вот, ты правильно говоришь. Блин, мы вот, да, школу закончили, каждый кто куда, блядь. Ну, кто чем занимается, Тима? Чем работаешь, где работаешь? Тренер. Детей тренирую, вот. 200 тысяч зарабатываю в месяц, нормально. Диас, ты что сейчас, чем занимаешься? Брат, я же в банке сейчас работаю, руководителем отделения. Ну, зарплата 300-350, нормально, на жизнь хватает. А брат, ты чем занимаешься? Я вам, пацан, так скажу, сейчас на одной зарплате не уедешь. Надо с ногу на временем ходить, понимаете? NFT, биткоин, вот это стейпинг, блокчейн. Секрете, о чем я говорю? Чисто, понимаешь, надо финансами руководить. Это ты должен, понимаешь? Правильно. Ты что на одной зарплате, что ты сделаешь? Пацаны, времени нету, конечно. Работать надо. Давайте. Сами понимаете, финансы рулят. Давай. Эй, Арнат, ты чё без обуви? Я же говорю, сейчас все деньги в обороте. NFT тем, пацаны. Ну чё, пацан, давайте, я поехал. Давайте, на связи. Тима, а ты как ещё поедешь? Через Таверсизык поеду. Подбросишь меня? Не, брат, я потом дальше развернусь, на Абылайхана поеду просто. Во, мне как раз туда надо было. А дальше по односторонней, я по Кенесары поеду. О, у меня там остановка же, брат. Там не успею, наверное, сразу за город поеду, брат, просто. Да нормально, я там попутку словлю. Блин, хайдах попутка, брат, я говорю же, я потом в лес вообще уеду, в другую сторону. Брат, я сразу в лес поеду, не по пути. Я как раз хотел свежим воздухом подышать, шашлыки сделать. Брат, я забыл, я же на море поеду. На море поеду, в натуре, давайте. Блин, здесь Тима, черт. Да не говори. Да он всегда так делает. Пиздобол, блин. Так говорил, и сяк говорил, а? Эх, почему же не верит никто мне, а? Салам-балай, братан! Эх, кошкар, пердишка, сычагын айрыш берет! Берем, пиздец! Эх, ты вообще как ездишь, на? Тебя кто научил ездить, на? Ты чё, на? Чё, на? Долбоёб! Долбоёб! Кыр атасын разобьёшь, сука! Тыш, тыш! Мам? Мам? Мам! Мам, ты где? Не был ты? Ты чё ушла? А это куда уехала, ёлки-палки? Мам! Ай, не был ты! Пойдём, я тебе что-то покажу, пойдём! Что случилось? Смотри! Давай вот этих возьмем, пожалуйста. Ай, бумай-то, все. Нет, один. Я вот так килограмм печенья, кому сделать с чаем? Нет, все, один, мам, один. Бумай-то нельзя, один, все, мам, я в химию Афендер, хочешь? Мам, пожалуйста, один. Ушите мне, царь. Грег, милый, только взгляни на это шикарное платье. Вау, это под цвет твоих глаз. А, да. У тебя прекрасный утонченный вкус. Спасибо, милый. Я уже представляю тебя в этом платье. Просто. Ты можешь помочь хотя бы хоть одно посмотреть? Какое это хотя бы платье? Как тебе? Да, я как представлю в этом платье. Гусеницу похожу. Пойдем, пойдем. Вот, я тебе выбрал, Барана. Смотри, вот такой один. Я леопардом буду, что ли? Ну, тебе проверять. Не хочу это платье, Барана. Я как представлю. Не надо вообще ходить со мной по магазинам. Держи, слушай, берем, ладно. Все это, давай, родной, как-нибудь с одноклассниками вообще все встретимся, посидим. А тут давно не сидели. Все, давай. И что, давай уже, да, завтрашнего дня по чуть-чуть бегать начнем, да? Вокруг школы хотя бы. Идея нормальная, тема есть же. Там, короче, ты двоих подключаешь, они еще двоих, и все, и пошла, брат. По-любому заработаешь, потом там изумруд будешь, короче. Бриллиантовая рука. Что, давай уже завтрашнего дня правильно питаться начнем, да, уже хватит этого. Без сладкого. Блин, у меня, оказывается, деньги в машине. Ты сейчас закинь, выйдем, я тебе отдам, ладно? Все, давай, на связи тогда. Рад был видеть. Увидимся. К этому не верь, этому не верь, этому не верь.
Оказывается, вчера день выпускников было, выпускников. Да, да, вчера в парке все в лентах ходили. Последний звонок же. Последний звонок был, да? Да, все. О, ело. О, салам алейкум, пацаны. Ерконти. О, Ерландио. О, Мэтт, как дела, брат? Нормально сам, да? О, Ерконти, халайсен, братан, как ты? Пообщаемся? А че? Братан, а че ты только что разорвался, всех поцеловал, а Мару не поцеловал? Че, поссорились что? А не, мне кажется, он пидор просто. На базаре. Ой, девушка, что искали? Булочки есть хорошие? Ой, у нас вот замечательно хбшечка дышащая. Пекин. Пекин хороший. Есть европейка, оригинал. Ну, вот это пекин, он подешевле будет, но хороший, дышащий. Спокойно стираете, форму не теряет. Ой, все, прелесть. Вон, плечах хорошо села. Все. Она идеальная. Сейчас вообще разобрали все это последнее, девушка. Да. Берите, берите или не берите? Не, ну спустить же можно. Куда спустить, девушка? Совесть имейте. Туда-сюда бегаю вам, ношу ее. Последняя, она в лед уйдет. 1500, и так я вам спустила. Все. Ну не надо, ну и не надо, ну и не надо. Ну и снимите, не надо. Туда-сюда ходите, мешайте чай спокойно попить. Да, 101 голландских роз. Сейчас адрес кину, хорошо? Спасибо. Кому цветы? Жене. Косикнул что-то, да, наверное? Нет, просто. Внимание выбрал. Без повода, что ли? Да, без повода. Переписку спалила, да? С кем-то переписывался, да? Она спалила, да? Нет, брат, просто внимание. Ох. Дома не ночевал, да? Да нет, брат, без повода просто. Смотри, уже своей жене 101 розу подарил. Без повода. Косикнул, да, походу? Да, стопудово. Или дома не ночевал? Ну да, тоже вариант. Блин, кажется, сегодня свиданка будет интересная. Опаздывает, правда, говнюк. Ну да ладно, ему простительно. Он же красавчик. Блин, я в предвкушении. Но где же ты, красавчик мой? Аж наспотело. Лаура, ты да? Не поняла? Это он, что ли? Ай, бля, ну почему именно мне такой попадается? Блин, какой-то мкшеп друг вокруг-то отрыв не мбарит? Блин. Знала же, что шляпа. Одно не могу понять, зачем парни в фотошопе свои фото? Ё-моё, базар лет ты, пришла, я думал, не придешь. Не придешь? Фу, маймл, бесит тошно. Тошнит прям, надо же, все фотки профотошопил, фотошопщик. Привет, Лаура. Так-так-так, походу надо применить план Б. А ты в жизни вообще красивее, чем я ожидал, есть? Спасибо. Ой, вляя, на маймылға вообще пофиги кенгой. Муна долба менені подружкаларын көріп қылмаса екен, позор кетіп. Че, қайда барамыз, давай, говори. Қойды бөрім, говори, есек. А не, телефон? Да, не это. Телефон и кошелек, да, ты говоришь? Да. Это точно они? Конкретно они, это. Конкретно они. Да не они это, блин, видно же, нормальный пацан. Ты чё отвернулся? Посмотри, как конкретно их запомнил, да они эти. Запомнил? Да ты путаешь, я же вижу, нормальные пацаны, ровные. С тобой разговариваю, поверни сюда. Это я-то они конкретно. Ты приглядись, может, ты что-то перепутал, похоже, может. Нормально, видно же, ровные пацаны, спокойные пацаны. Ты что-то путаешь? Нет, все, это пойдем, они. Пойдем. Пацаны, давайте, самому маленьком. Да, нет, это они. Как? Ты что, я? Гонишь, что ли? На нормальных пацанов они наговариваешь. А ты сколько вообще занимаешься? Около полутора лет. Так, так, полутора деген, азан деген сөз емес пе вообще? Или, или жарты жыл деген сөз бе екен, а? А тренировки во сколько? 10 минут 10-го подъезжай. Ой, бәлі, 10 минут 10-го деген қалай ол? Онға 10 қалғанда ма, 10-нан 10 кеткенде ма? Дұрыс тау айтпай ма, емай? А ты во сколько хотел? Жо, 9 жарында бара берек та. Че, он нормально объяснить не может, что ли? Толк с жаром, это сколько? 8:30 вроде. Зачем так рано?